Привет всем, друзья! Вы на канале Микеланджело Бьюти, и сегодня у нас с вами покупки косметики. Ура! И сказать, что с момента последнего видео на эту тему я скупила всю косметику в мире, но чтобы нам с вами поболтать, нам как раз хватит. Ну и будем идти, наверное, по хронологии, вот как я это все покупала, так и буду вам показывать. В этом есть какая-то логика. Сначала, по традиции, скажу вам, что у меня на губах. Если вдруг я забываю в начале видео это говорить, значит, я обязательно напишу это в описании к видео. Внизу все читайте и смотрите. И, конечно же, укажу там всю косметику, которую упоминала в видео. Так вот, на губах у меня из Project Pen. Если не смотрели Project Pen, ну как же так? Ну как же так? Посмотрите. Это блеск из Project Pen, 110 оттенок от L'Oreal. Прекрасный, прекрасный, не липкий блеск для губ. Что еще надо? Конечно, не сказать, что он стойкий. Держится примерно, наверное, часа два. Потом аккуратненько так сходит, и как будто бы его и не было. Но он довольно комфортный и очень красиво лежит на губах. Красота. Просто нужно его так постоянно так обновлять в течение дня. Постоянно так. Не забывать обновлять. Ну, давайте перейдем к нашим покупочкам уже скорее. Первое, что у меня тут в списочке-то написано, что я купила сыворотку для лица комплимент. Представляете? За 219 рублей. Я вам о ней рассказывала в бюджетных покупках, насколько я помню. Я, если честно, давно ее не покупала. Но это то средство, которое прекрасно убирает поры. Вот на самом деле этот эффект видно. И учитывая ее бюджетную цену, я думаю, что это, конечно, находка прям, да. И там же, или в пустых баночках я вам рассказывала. И в том же видео я вам показывала из этой же линейки сыворотку для области вокруг глаз. Что-то связанное с филлером. То есть она должна была заполнять морщинки, но, увы, этого не произошло. А вот эта вот штука, да, действительно хорошая. Ее я до этого очень часто покупала. Потом перестала как-то покупать, пробовала другие сыворотки. Но лучше всего вот она именно сокращает поры, если брать масс-маркет. Если есть у вас такая проблема расширенных пор, как у меня, например, то ну попробуйте, попробуйте. На мне работает, по крайней мере. Конечно, понимаю, что все индивидуально, и что подойдет одному человеку, может не подойти другому. Но попробовать стоит. В предыдущем видео про наши пустые баночки я обмолвилась, что покажу в следующем видео свой любимый сухой шампунь. Вообще, конечно, самый-самый любимый мой шампунь – это Батист. Но когда его я не могу достать, я покупаю вот этот от Шамту. Фруктовый, для объема, свежести и всего подобного. И аромат у него ненавязчивый, что я очень ценю в сухих шампунях. И действие такое, как мне нравится. И я вам говорила, что он оставляет вот этот белый налет. Ну, как бы как к этому относиться, это уже ваше дело. Но я выбираю именно такие шампуни, потому что именно они очень долго держат свежесть. А что у нас там дальше по списочку? О, дезодорант Деоника. Ну, тоже, наверное, неоднократно вам показывала. Давайте долго не буду о нем говорить. Короче, классный, круто защищает, без запаха, что мне очень нравится. Крутой, гипоаллергенный, надежный дезодорант. Что еще про него говорить? Из сегмента масс-маркет это лучшее, что я для себя нашла из дезодорантов. Действительно круто защищает. Еще в декабре, в конце декабря ко мне пришли вот эти кисточки Рублев. Подробненький обзор посмотрите на канале, пожалуйста. Прикреплю вам тут подсказочку. Долго не будем останавливаться. В общем, классные кисти. То, что я хотела, я то и получила. Если хотите подробненько, посмотрите обзор. В прошлом видео про пустые баночки показывала вам гималайскую соль. Точнее, не гималайскую соль, тут просто когда летают, аж прям мысли теряются. Я показывала вам зубную пасту с гималайской солью. И сказала, что вот когда я не могу найти свою любимую вот эту зелененькую, я в принципе заменяю той. Но она все же для меня на втором месте. Вот это моя самая-самая любимая. И тоже вам про эту пасту я уже снимала отдельно свое мнение в видео про мой уход за зубами. Поэтому, если хотите, лучше, наверное, перейдите на то видео. А в этом видео мы, наверное, уже не будем повторяться, да? Какое-то видео, отсылка на другие видео получается. Еще не могу не упомянуть вам про нашу коробочку Glambox, которая тоже, я считаю, покупками за этот период. И опять же,
распаковка этой коробочки есть на канале, поэтому я долго не буду на ней останавливаться. Но просто скажу вам, что по мере того, как я буду использовать какие-то продукты из этой коробочки, я буду обязательно писать посты в Telegram и буду рассказывать там свое мнение об этих продуктах. Поэтому подписывайтесь на Telegram-канал, пожалуйста, потому что там нет да и нет будет проскальзывать такая информация. Следующее, что я вам покажу, это вот такая помадка. Следующее, что я вам покажу, это вот такая помадка от Maybelline в оттенке 930, матовая их линейка. Нельзя сказать, что я эту помадку купила, потому что мне ее отдала мама. Но я тоже считаю это покупками, ну как же, конечно, новое приобретение. Мама сказала, что просто не любит матовый финиш, поэтому, доча, пользуйся помадкой на здоровье. Я, по-моему, разочек уже ей красилась. Классная помада, мне понравилась, лежит здорово на губах. И вот этот матовый финиш, ну я очень люблю. Класс. Ну и оттенок супер универсальный. Как-то пошла я с мамиными подругами играть в лото. Не скажу, кто проиграл, но мне там в гостях подарили вот такую масочку. Ну, прекрасно, правда? Я ее еще, конечно, не пробовала, просто вам ее здесь покажу. Это тканевая масочка с муцином улитки, восстанавливающая. Попробуем и обязательно в пустых баночках что-нибудь про нее да и скажем. Ходила я, в общем, ходила без нормальной пилки и наконец-то решила ее себе купить. И сразу подумала, что мне нужна именно стеклянная пилочка. Вот почему-то хочется мне именно такую. Классно, вообще удобно себя ведет. Что я несу? Она очень хорошо подпиливает ноготки. В общем, хорошо работает. Что еще тут долго говорить про пилку? Прикупила я ее у нас в физическом магазине, который называется «Любимый». Я туда время от времени захаживаю. Это, в общем-то, можно сказать, концепция «Магнит-косметик». В Шимановске нет сети «Магнит». Поэтому, мне кажется, вот этот «Любимый» как раз-таки заменяет вот эту сеть огромную. Это тоже сетевой магазин. Он, я думаю, есть и в других городах. В Шимановске таких два магазина. В общем, это что-то вроде «Магнит косметик». Но в шимановских магазинах гораздо больше белорусской косметики, кстати. Почему-то у нас «Магнит косметик» белорусской косметики не завезут побольше. Непонятно. Следующая покупочка – это не вот эта косметичка. Я вам ее уже показывала. Это прекрасный наборчик карандашей с Wildberries, обзор на который я вам тоже уже делала на канале. И там мы прям примерили каждый оттенок. Если вы еще не посмотрели это видео, посмотрите, потому что я думаю, вы также впечатлитесь этими карандашиками, как и я. В общем-то, мама заказала этот набор себе. Ну, как всегда, поделилась со мной, так сказать, и отдала мне из 12 аж 9 штук. Поделилась. Чуть-чуть. У меня сразу отпала необходимость покупать себе такой набор. Я на него заглядывалась после того, как потестировала. Хотела себе тоже, скорее всего, такой приобретать. Но так как у меня теперь есть 9 карандашей из 12, я, наверное, приобретать-то уже и не буду. Буду пользоваться этими. Следующее, что я хочу вам показать, это продукты от компании Мира. Но недавно мы тоже их с вами уже обсуждали, поэтому давайте я просто их покажу вскользь. А если вы хотите поподробнее про них узнать, то посмотрите вот это видео по ссылочке. Конечно же, я прикупила себе свои любимые коллагеновые патчи, еще одну штучку. Приобрела вот такой крем с маслом семян конопли. Здоровский классный крем. Я вам уже говорила, что он под макияж очень хорошо подходит. В общем, я его сейчас тестирую хорошенечко. И мне уже нравится, как он убирает красноту в области носа. У меня есть такая проблемка, как небольшие капилляры, которые видны на поверхности. И вот я уже вижу результат, как он их скрывает. Из декоративной косметики в этот заказ попала вот такая объемная тушь. Я вам тоже говорила, что мы обязательно ее с вами попробуем в каких-нибудь макияжах, в каких-нибудь видео. Собирайся со мной обязательно-обязательно. Щетка тут ворсовая, тушь эта объемная, должна нам дать просто XXL объем, как тут написано. Посмотрим. Плюс еще здесь есть уходовые компоненты. Я вам говорила, что вся декоративная косметика с уходовыми компонентами — это сразу моя любовь. Даже если я еще не успела это попробовать. Самым интересным из всего этого заказа я считаю вот такую сыворотку с икорным золем осетровых рыб. Это уникальная разработка компании Мира. Это всегда для меня очень ценно. То есть подобного ничего на рынке в принципе мы не найдем. Потому что это уникальная формула. Это анти-эйдж средство
Поэтому оно пойдет маме после того, как я его немножко потестирую. Следующее, что было в моем заказе Мира, это бальзам-целитель Миралгин. Тоже рассказывала вам в том видео о широком спектре его использования. Но он здесь заявляется как бальзам, помогающий уменьшать боль в мышцах и суставах. Но опять же, их можно использовать совершенно по-разному. Последнее, что у меня было в моем заказе, это вот такой смягчающий питательный крем для ног. Очень нужная штука для тех, кто занимается спортом, ходит, например, в тренажерный зал или в бассейн, потому что, во-первых, тут есть дезодорирующее свойство, антигрибковое действие, и он прекрасно снимает ощущение усталости ног. Супер! Третий раз уже в кадр залетает. Вот так вот плавненько мы подходим к завершению этого видео. Покажу вам еще вот такие смены насадки на мою любимую щеточку от Xiaomi. Все работает, все прекрасно. Заказала я их на Wildberries. Это оригинальные щеточки. То есть это 100% хорошее качество. Видно это и по упаковке, и по качеству материалов. То есть все очень классное. Супер качество. Xiaomi — это вообще китайская фирма. Но вы знаете, это вот тот Китай, который можно назвать супер качественным. Мне прям очень нравится. И щетка мне это уже служит больше 3 лет. И вот эти вот смены насадочки. Видно, что прям очень хороший пластик, очень хорошие материалы. Кстати, мы нашли такие же щеточки сменные на AliExpress, но там они стоят 180 чем-то рублей, а вот эти я купила, 2 штучки в наборе, за 500 рублей на Wildberries. Мы заказали эти щеточки с AliExpress, и я хочу в каком-нибудь из видео просто сравнить. Ну, почему-то кажется, что оригинальные не могут так стоить, но а вдруг это так и есть? Поэтому давайте мы с вами сравним и узнаем, стоит ли платить несколько раз больше или стоит подождать с AliExpress. Последняя покупочка, ну такая интересная, и мы ее с вами еще и будем применять в следующем нашем видео. Это очень красивые, интересные накладные ногти, которые я заказала на Wildberries. Ну, в общем, тут такая красота. Да, очень большая длина. Я прям не удержусь и, пожалуй, в следующем же видео сниму вам, как я буду их себе накладывать. О-о-о. Кстати, в Телеграме я анонсировала уже такое видео, когда я только их заказала. Я написала, спросила у девчонок, ну что, будем мы тестировать эти ноготки. Ну, меня все поддержали. Они вот только сейчас ко мне пришли. И в следующем видео мы их с вами примерим. Это все, что я хотела вам показать. Больше ничего я не купила, потому что я, так знаете, очень трезво отношусь к покупкам косметики и всего подобного. Я понимаю, что у меня немало косметики, поэтому очень планомерно и очень грамотно стараюсь подходить к покупкам, потому что понимаю, что потом мне нужно это использовать. Я не люблю, когда у меня косметика залеживается, не используется. Мне хочется, чтобы все использовалось и все меня радовало. Поэтому есть какой-то предел покупок, получается. Как бы это грустно ни звучало, но предел должен быть. Спасибо большое вам, что посмотрели это видео. Смотрите, пожалуйста, предыдущие. Не забывайте смотреть следующие видео. Пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки. Ну и, как всегда, подписывайтесь на меня в Телеграме. И всем пока-пока!